Привет всем! Я сегодня готовлю очень вкусное блюдо. Это ньокки с довольно интересным соусом. Значит, здесь у меня налито немного оливкового масла, и я поджариваю шпек. В общем, это такая ветчинка сыровяленая. И эти кусочки должны быть хрустящие. Вот примерно до такого состояния надо поджарить. Можете взять бекон. Как готовить сами ньокки, я оставлю ссылку, потому что именно ньокки сегодня мы не готовим. Они у нас приготовлены заранее и в холодильнике лежат. В морозилке, вернее. Орехи грецкие, вот горсть. И обжарю вместе с маслом. Их надо обжаривать буквально 1-2 минутки. Много. Итак, орехи уже поджарились, я их сейчас помещаю сюда, где этот поджаренный шпек. Посмотрите, эти ломтики очень хрустящие. Сковороду, на которой все жарилось, я наливаю стакан молока. И добавляю сюда примерно 150-180 грамм горгонзола. Сыр с голубой плесенью. Можете взять любой сыр с плесенью или даже без плесени, но он должен быть мягкий и легко таять. Все, теперь доводим до кипения и ждем, когда вся горгонзола растворится в молоке и немножко еще покипит, чтобы соус чуть-чуть загустел. Итак, горгонзола уже вся распустилась. И посмотрите, через 2-3 минуты соус уже становится вот таким, довольно густым. Теперь я добавляю смесь разных перчиков немножко. И немножко соли. И все, посмотрите уже, какая консистенция у соуса отличная. Сейчас покипит еще минутку, и я заброшу сюда шпек и орехи. И все вместе покипит несколько секунд, и отличный соус готов. Это готовится очень быстро. На все про все уходит минут 5-6. И потом останется только отварить ньокки. Вот. Кипит несколько секунд вместе. Ну все, я выключаю огонь. И теперь мне осталось отварить только ньокки. Ньокки варятся очень просто. Нужно довести до кипения воду с солью. Ну, немножко соли по вкусу. Вот ньокки у меня. Они у нас хранятся в морозилке. Мы готовим один раз на несколько порции, в общем. И они у нас лежат в морозилке. Когда нужно, быстренько отвариваешь любой соус, и прекрасный ужин или обед готов за несколько минут. Повторяю, именно как готовить сами ньокки, я оставлю ссылку. У нас уже есть рецепт, так что никакой трудности это не представляет. Это просто картошка и мука. Похоже на наши ленивые вареники. Все, вот я жду, когда вода закипит. И в бурлящую воду кидаешь, ну, как обычно, пасту отвариваешь. И все, когда ньокки всплыли, они готовы. Быстренько их перекладываешь в соус, прогреваешь все вместе, и блюдо готово. И все, я поместила уже ньокки в сковороду с соусом. Все вместе прогрела несколько секунд. Вот. Сейчас уже можно подавать на стол сразу же. Вот так это смотрится. По-моему, очень симпатично. Очень аппетитное блюдо, вкусное, ароматное и довольно сытное. Если будете готовить, я думаю, что вам понравится. До свидания всем. Приятного аппетита. Здоровья вам, счастья, хорошего настроения. И до новых встреч в новых видео. Пока!